Совместные действия наркополицейских и офицеров УФСИН дают результаты. В ходе операции в поселке Талицы был обнаружен груз строительных материалов, предназначавшихся для одной из колоний области. В рулоне рубероида в машине сотрудники служб обнаружили героин, гашиш и марихуану, более 1000 разовых доз. По версии следствия, наркозелье предназначалось для осужденных. За две последние недели сентября сотрудники наркоконтроля изъяли из незаконного оборота 135 граммов героина, 1,5 килограмма марихуаны и 1300 граммов маковой соломы. Всего более 3 килограммов наркотических и психотропных веществ удалось обнаружить у дельцов Иванова, Вичуги и Тейкова.